Всем привет! Глядя на состояние, в котором находится наш мир сейчас, у многих возникает желание изменить его к лучшему. Этому способствует окружающая нас бедность, насилие, загрязнение окружающей среды и еще очень много факторов. Вы не в состоянии справиться со всеми существующими проблемами, но вы можете попытаться изменить мир вокруг себя и сделать его немного лучше. Если у вас есть возможность или будет в будущем, попробуйте заняться благотворительностью или волонтерством. Существует множество способов помогать людям. Например, вы можете участвовать в различных мероприятиях или помогать ухаживать за пожилыми людьми. Во многих городах имеются волонтерские организации, в которые может обратиться любой желающий. Эти организации часто устраивают различные полезные мероприятия, например, очистка водоемов, уборка лесопосадок и так далее. Разные производства на сегодняшний день имеют едва ли не больше влияния, чем правительства стран. Все они оказывают непосредственное воздействие на нашу повседневную жизнь и на окружающую среду. Вы своими действиями можете повлиять на их деятельность. Например, посещая продуктовые магазины, обращайте внимание на состав продуктов, которые вы покупаете, и не берите те, которые содержат вредные вещества. Так вы выскажете свое отношение к производителям, которые не заботятся о здоровье людей и об окружающей среде. Вы также можете на собственном примере показать своему окружению, как нужно и можно заботиться об окружающей среде. Например, перестаньте пользоваться автомобилем по возможности. Передвигайтесь почаще пешком. Для поездок на работу или в магазин пользуйтесь велосипедом или общественным транспортом. Если же вы не можете отказаться от своего автомобиля, рассмотрите возможность его перевода на газомоторное топливо. Для сохранения окружающей среды вы тоже можете заняться сортировкой мусора. Сегодня во многих дворах можно встретить мусорные контейнеры, которые предназначены для разных типов отходов. Однако далеко не все люди пользуются ими, как это задумано. Станьте примером для окружающих, делайте это и расскажите о важности этого процесса всем. Известно, что на Земле все острее ощущается нехватка чистой питьевой воды. Это связано как с ее недостатком, так и с тем, что грязные воды не успевают очищаться. Вы можете внести свою лепту в исправление данной ситуации. Экономьте воду везде, где это возможно. Например, принимая душ вместо ванной. Помойте посуду в емкостях. Пользуйтесь проточной водой только для ее полоскания и так далее. Если у вас есть огород, попробуйте поливать его только дождевой водой, которую вы предварительно собрали в какую-либо емкость.